Всем привет! С вами Smart Pizza, и в этом выпуске вы увидите случаи, когда змеи встретили не того противника. Львы — это те животные, которых считают высшими хищниками не столько за их индивидуальную силу, сколько за социальные возможности. У львов строгая иерархия в прайдах. Все слушаются старших и более опытных кошек, которые никогда не посоветуют своим близким ничего плохого. Ровно как и на этом видео, где самец гулял в компании собственных детенышей. Он понимал, что вся ответственность лежит на нем, а потому не стал нападать на ползучую. Все-таки даже львам известно, что среди змей встречаются убийственно ядовитые особи. Их, безусловно, можно одолеть, но другой раз цена за победу будет слишком высока, а потому альфа-самец принял единственное верное в этой ситуации решение. Он приказал детенышам не подходить к кобре. Кошки аккуратно обошли ее стороной и продолжили свою спокойную, безопасную прогулку. Думаю, ползучая сама была не против такого исхода. Скорее всего, она встала на пути прайда случайно. На следующем видео снова была заснята кобра, однако на сей раз змея была явным агрессором. Она по запаху приползла к беззащитным котятам и уже представляла, как будет их поедать. Но тут вдруг оказалось, что малыши находятся под чуткой защитой матери. Мама-кошка начала браво отмахиваться от ползучей и делать все, что в ее силах, лишь бы та уползла подальше. Можно подумать, что шансов у простой домашней кошечки мало, но все-таки тот факт, что коты – хищники, имеют значение. Они от природы хорошо дерутся, в том числе и против змей. А потому мать-кошка не без труда, но все же прогнала чужака от своих детенышей и обеспечила им счастливое будущее. Малютки, если что, отдыхали за этими высокими стенками, внутри которых находилась мать. Просто на видео их не видно. И снова она, смелая кошка, которая в очередной раз встала на пути у змеи. Ползучая заприметила дом кошки и планировала отведать ее детенышей на обед. Но мать такой сценарий не одобрила. Она не подпустила хитрую змею к своему дому с малышами и дала ей бой за его пределами. В результате это и психику котят сохранило более здоровой, и в целом помогло победить. Причем, как потом рассказали авторы видео, кошка дралась с какой-то ядовитой змеей, то есть она на полном серьезе рисковала собственной жизнью. Интересно, а ей было это известно? Или она в тот момент о таком даже не думала? Вы сейчас, наверное, подумаете, что бой змеям могут давать только лишь кошки, поскольку они ловкие, быстрые и с острыми когтями. Да что там, я и сам так думал, но теперь оказалось, роль играет не то, что за животное защищается, а то, насколько в нем много духа и желания помочь детенышам. Вот эта курица, например, сделала то, чего от нее вообще никто не ожидал. Даже хозяин фермы, как он потом рассказал, не подозревал о таких возможностях своего животного. Курица не вступала в честный бой со змеей. Она загнала ее в угол и начала прикрывать птенчиков собственным телом, чтобы те выбежали обратно в другую сторону. Увы, но главные действия следующей истории не попали на камеру. Как между пернатой и змеей завязалась драка, никто не рассказал. Зато мы с вами можем лицезреть финал этой стычки, в котором, к удивлению, победительницей вышла крохотная пернатая. Она так уверенно и дерзко прогоняет змею, словно габариты птички в несколько раз больше, чем у ее оппонента. Откуда только в животных берется вся эта уверенность в себе? А эту короткую историю я бы назвал «Сила материнской любви», и сейчас вы сами поймете почему. Ползучая выждала подходящий момент и схватила детеныша крыски. Кажется, что обратного пути у малыша уже нет, ему по-любому пришел конец. Но тут на хвост змеи в прямом и переносном смысле села мать крохи. Она гнала ее на протяжении нескольких минут и в конечном итоге добилась желаемого результата. Чтобы выжить, змея была вынуждена бросить малютку на землю и поскорее оттуда уползти. Тем не менее, гнев матери на этом не закончился. Она поскакала вслед за хищницей и, как мне кажется, напрочь отбила у той желание когда-либо еще охотиться на крыс. Чуть позже мамочка вернулась к своему детенышу, убедилась, что с ним все в порядке, и они вместе убежали обратно в сторону родного дома. Очень напряженное и в то же время трогательное видео, правда?
Так, а теперь я предлагаю сделать небольшую паузу и заценить снимок от подписчика, которым со мной поделились. На кадре видно маленького котика, совершенно фантастического окраса. Черно-оранжевый пушистик приковывает внимание с первых же секунд, хотя он только недавно родился на свет. Хозяину этой красоты неимоверно повезло. Единственное, человек все никак не может придумать для питомца имя. Ему кажется, что такому милашке не подходит ни одна из простых кличек, что лезет в голову, а потому мужчина попросил нашей с вами помощи. Давайте напишем в комментариях, как этого котика можно назвать. Это если что, девочка. Девочка! Девочка! Ой! Ну а теперь давайте вернемся обратно к интересным и необычным историям, которые на сей раз уже не будут связаны с детенышами. Тем не менее, от битв животных за свою жизнь лично у меня все равно по телу бегут мурашки. Итак, первым отважным созданием, которое не просто выжило после встречи со змеей, но и одолело ее, стал медоед. Этот красавчик из семейства куньих живет в Африке и в Азии. Там, хотя нет, по всему миру он известен как особо свирепый и в то же время бесстрашный хищник. Говорят, что у медоедов почти нет естественных врагов просто потому, что никто не хочет бросать им вызов. Сблифовать здесь уже не выйдет. Если полез в драку с медоедом, то придется идти до конца. И змея из нашего видео, как мне кажется, о таком жизненном правиле не знала. А еще она не была в курсе, что очень толстая кожа медоеда в некоторых случаях не может быть пронзена даже зубами крупных хищных кошек или самых ядовитых змей. Куда уж ей тягаться с этим ходячим терминатором? Более того, передние лапы с длиннющими когтями, а также острые, словно бритвы, зубы – не менее эффективное оружие, которое может использоваться как для нападения, так и для защиты медоеда. К слову о последнем, когда эти животные ощущают угрозу, они сами могут напасть на животных, что будут в разы крупнее их самих. Это касается даже коров и буйволов. И вы знаете, я могу понять такое поведение. Все-таки даже крайне токсичные существа – вроде змей, не представляют угрозы для этого психа. Когда они его укусят, наш гость упадет без сознания, его окутают конвульсии, и может показаться, что медоед умер. Но на самом деле уже через каких-то 2 часа животное вновь оживет и вернется к своей нормальной жизни. В его организме пройдет пока неизвестный современной науке процесс, который успешно выведет все яды, как бы откатив поврежденную систему. Главным героем нашего следующего видео стал карликовый мангуст. Думаю, по названию вы уже догадались, что он не славится габаритами, но все же относится к мангустам, тем самым ловким ребятам, о которых знает почти каждый. Данный вид широко распространен на юго-востоке и юге Африки, то есть в местах, где полно опасных и ядовитых созданий, в том числе змей. И чтобы успешно среди них выживать, нужно сразу давать понять, что ты цель не из легких. Этой простой причине карликовый мангуст решил напасть первым. Мне кажется, он понимал, что ему противостоит черная мамба, безумно опасная змея, но другого пути выжить тут попросту не было. Наш ловкий дружок сделал один выпад, за ним другой, и змея начала уползать, но карликовый мангуст не отпускал ее и продолжал дергать за хвост. Я понятия не имею, как, но это на самом деле принесло свои плоды, и этот мангуст не просто выжил, но и заработал уважение среди прочих животных, которые наверняка наблюдали за этим боем со стороны, с веток или кустов. Кстати, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, давайте немного поговорим и о самой черной мамбе. Это ядовитая змея, которая главным образом живет в саваннах и редколесьях. Она предпочитает наземный образ жизни и лишь иногда забирается на деревья, чтобы осмотреть территорию и выследить потенциального врага. Длина черной мамбы может быть разной, но иногда она превышает даже 3 метра. Это, кстати, делает нашу гостью второй по величине ядовитой змеей в мире. Кроме того, черная мамба – одна из самых быстрых ползучих. На коротких дистанциях она может разгоняться свыше 11 километров в час. Свое название, как вы могли понять по окрасу, она получила не из-за внешней оболочки, а из-за черной окраски внутренней полости рта, по форме больше похожей на гроб. И вы знаете, гроб в рассказе о черной мамбе более чем символичен.
Она может брать не только своими размерами, но и крайне агрессивным поведением, а также сильным ядом. Ее токсин обладает высокой концентрацией отравы и содержит нейротоксины, которые при отсутствии антидота в два счета приведут цель к параличу и последующей остановке дыхания. Известны случаи, когда взрослый человек погибал всего через 45 минут после укуса этой бестии. Что было бы с крошечным мангустом, думаю, вы и сами можете представить. Следующее животное, которое отважилось бросить вызов кобре, было не особо крупнее нашего предыдущего гостя, хотя его успех был даже более закономерным. Как так? Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. Это сурикат, млекопитающее из семейства мангустовых, которое живет в Южной Африке, в основном в районе пустыни Калахари. Говорят, что среди всех прочих собратьев сурикаты населяют самые открытые и пустынные земли, где почти нет деревьев. Разумеется, на столь отчаянный шаг животные пошли не случайно. Они просто обожают жить бок о бок и доверять друг другу, а потому кто-то из семьи постоянно находится на стреме, следит за обстановкой и, подобно прожектору где-то в тюрьме, выжигает земли своим пронзительным и ярким взглядом, от которого никому не скрыться. Кобра из нашего видео не стала исключением. Да, у нее потрясающая маскировка, которая отлично подходит под ландшафт этой местности, однако сурикаты все равно ее рассекретили и вовремя привели свою группу братишек в боевую готовность. Слаженные выпады, аккуратные атаки, знание правильной дистанции – все это было ключом к победе сурикатов. Кобра, какой бы сильной она ни была, просто ничего не смогла сделать. Хотя, вы знаете, даже если бы она и укусила кого-то из сурикатов, не думаю, что это как-то негативно отразилось бы на его здоровье. Все-таки эти малыши обладают повышенным иммунитетом к ядам змей. Они также относительно устойчивы к яду скорпионов из своей пустыни. Впрочем, это лишь подстраховка, на всякий случай, поскольку основное оружие суриката во время борьбы с врагом – это он сам, а точнее, его ловкость и молниеносная реакция в совокупности с отработанностью действий. Знаете, на что способен сурикат в случае с тем же скорпионом, если он его одолел? Он, согласно комментариям ученых, первым делом избавляется от ядовитого хвоста оппонента, откусывая его. Затем сурикат при помощи песка удаляет с хитинового панциря скорпиона следы яда. Причем все это он делает за какие-то считанные секунды. Разве настолько умная и находчивая особь может оказаться в беде? Так, а эта история показывает нам то, что даже безобидный на первый взгляд грызун может преподнести сюрприз. Суслики питаются растениями, иногда потребляют насекомых, но все же почти все свободное время они делают запасы пищи из семян травянистых растений или каких-нибудь злаков. Прячут это счастье у себя в норке и получают удовольствие от жизни. И вот теперь скажите, как вы думаете, что будет делать крошечный суслик, если к нему в гости приползет змея? Да, я тоже думал, что он сбежит от нее настолько быстро, насколько это вообще возможно. Аж пятки засверкают. Но, как оказывается, наш гость не так прост. У него есть своя нора и своя территория, в которой он не просто живет и прячет еду, но и разводит потомство. А потому суслик будет браво ее отстаивать, даже если против него встанет голодная змея. Как показало это видео, у суслика есть все шансы на то, чтобы выйти из такой схватки победителем. Даже не знаю, мне с каждым разом все более и более грустно наблюдать за змеями, которым каждый дает отпор. О, я придумал. Давайте посмотрим за битвой двух змей. Тут ведь по-любому кто-то из ползучих да выйдет победителем, согласны? И в качестве бойцов давайте выберем кого-то удивительного. Кого-то такого, чтобы аж кровь в жилах застыла. Придумал. Отличным кандидатом на главную роль будет королевская кобра, которая подерется со своим же собратом. Не переживайте, это не какой-то эксперимент от двуногих. Это вполне себе естественный процесс, который довольно часто наблюдается у этих змей. Все дело в том, что они постоянно охотятся на других ползучих и иной раз не брезгуют даже собственными, более слабыми собратьями. Правда, эта драка, насколько я понял, произошла вообще по третьей причине – из-за
того, что хищницы не поделили территорию. В любом случае, их поединок оказался достаточно эпичным, так что предлагаю его посмотреть. А пока вы наслаждаетесь этой схваткой, я еще немного расскажу вам про королевских кобр. Итак, это самая крупная ядовитая змея в мире, которая может вырастать за 5,5 метров в длину. Ее ареал обитания распространяется на тропические леса Южной и Юго-Восточной Азии, где каждая королевская кобра живет по 30 и даже более лет. Считается, что эти змеи растут на протяжении всей своей жизни, а потому их максимальные габариты могут быть даже больше, чем мы думаем. Обычно королевские кобры прячутся в пещерах или в норах, иногда заползают и на деревья. Они умеют поднимать голову вертикально до трети передней части своего тела, а еще они могут передвигаться ровно в таком же положении. Когда одна королевская кобра встречает другую, она пытается коснуться ее макушки, чтобы показать свое доминантное положение. А змея, которой она так коснулась, сразу же пригибается и уползает. Что касается других змей, с ними королевские кобры обычно не так милы. Все-таки ползучие – основной рацион нашей гостьи. Королевская кобра особо щедро угощает их крайне ядреным и опасным токсином, против которого даже другие ядовитые змеи ничего не могут противопоставить. Яд королевской кобры блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. По некоторым данным, силы и объема впрыскиваемой отравы хватает для того, чтобы отправить человека на тот свет всего за 15 минут. Представьте ситуацию. Вы выходите на улицу, погода прекрасная, смотрите в небо и краем глаза замечаете кого-то длинного, склизкого и противного. Какова будет ваша реакция? Автор данного видео, к примеру, тут же взялся за камеру и стал снимать гигантскую змею, которая переползала с крыши его дома прямо на соседнее дерево. Этот присмыкающийся паркурщик оказался очень даже ловким, несмотря на его удивительные габариты. Кстати, происходило это выступление в Австралии, там, где, казалось бы, местных уже ничем не удивить, но даже там люди оказались шокированы происходящим. Повезло, что та змея не напрыгнула на людей, а то закончиться это все могло достаточно печально. Кстати, вот что происходит, когда животные решают проверить человека на прочность. На этом видео главными действующими лицами стали двое туристов и пара обезьян, которым, видимо, не понравилось, что люди не взяли с собой никаких вкусных подарков. Вот приматы и проучили гостей, заставили тех забыть обо всех своих туристических планах и поскорее удалиться. Главное, теперь не подумайте о том, что животные встречаются с людьми лишь в негативном контексте. В японском городе Нара, например, пятнистые олени одновременно являются постоянными гостями и священными животными. Сейчас в Наре около 1200 упитанных оленей, которые стадами бродят по улицам города и тычутся мордами в туристов, ожидая, что те дадут им что-нибудь перекусить. Причем там все дошло до того, что прогнать таких оленей никто и не никогда не имеет права. Даже если животное будет спать прямо посреди дороги, это никого не должно волновать. Дело в том, что жители вот уже больше 1000 лет соблюдают правила. По одной из легенд, все местные парнокопытные являются потомками мифического оленя, на котором спустился с небес первый император Японии. Единственное, что разрешается, это покупать им полезный и сытный корм, а также делать совместные фото. О, а это тот случай, когда ты просыпаешься среди ночи, идешь к холодильнику, но попадаешься на глаза кому-то из близких и делаешь вид, что ты вообще никуда не собирался, а просто слегка запутался. Наверное, какие-то подобные мысли были в голове у этой коалы из Австралии. Мужчина вовремя затормозил и правильно сделал, что решил не сигналить животному, а просто подождать. Коала, как мне показалось, смутилась от света фар и немного замешкалась. Затем развернулась на 180 градусов и побежала обратно в кусты. Пишите в комментариях свои предположения на тему того, с какой целью и куда направлялось животное.
На самом деле, жители Австралии нередко встречают коал в людных местах. И я сейчас не про загруженную дорогу, а про тот же магазин. Коала из этого видео зашла в магазин техники, посмотрела себе чайничек, пробежала мимо пылесосов и остановилась подумать, что бы ей купить сегодня. Правда, интерес животного быстро сменился страхом, и оно несколько раз ткнулось мордочкой в стеклянную дверь. Нет, ну а что люди ей мешают? Вроде как вскоре животное оставили в покое, и оно покинуло магазин без покупок. Потеряли клиента, глупцы. А вот кто определенно выразил человеку респект, так это ленивец из следующей истории. Животному предстояло перебраться через довольно широкую дорогу, и никому не известно, как бы это у него получилось, если бы не подоспевший вовремя добрый человек, который взял ленивца за его маленькие ручки и перетащил на другую сторону. Выражая благодарность, ленивец даже обернулся и посмотрел вслед. Кстати, а вы знаете, почему ленивцы такие медлительные? На самом деле, все дело в их рационе питания. Они едят листики и почки деревьев, еду, в которой практически нет жиров и белков, поэтому эти существа стараются постоянно экономить энергию. В среднем ленивец перемещается примерно на 38 метров в день. Если он передвигается по земле, то ему требуется около минуты, чтобы просто сдвинуть лапу с места. При этом сказать, что ему это как-то некомфортно, тоже нельзя. Также пищеварение система аналогично адаптировалась к таким изменениям. После пережевывания пищи может пройти месяц, прежде чем она полностью переварится. Скорость метаболизма ленивца примерно на 40% ниже, чем у большинства млекопитающих, что как никогда кстати при такой низкокалорийной диете. Просто представьте, вы выходите во двор и видите на улице огромного морского слона. Событие, мягко говоря, не из обычных, правда? Этот редкий случай произошел с жителями города в Чили, где прямо перед ночью бедный морской слон заблудился и начал в панике передвигаться по городу. В теории, он мог пропрыгать в сторону центра и напугать еще больше народа, или, что еще хуже, причинить кому-то вред. Но, к счастью, работники специальной службы вовремя оказались на месте, пригородили морскому слону путь, и тот вернулся в родную среду в целости и сохранности. А как бы вы отреагировали, если бы такой гигант прыгал у вашего дома? Напишите в комментариях. Следующее забавное видео имеет в главной роли енота, который по какой-то причине прицепился к мусоровозу и отправился в далекое путешествие. Как вы думаете, зверек сделал это специально? Может, таким образом он хотел от кого-то сбежать? Или просто прицепился ради интереса и теперь не знает, что ему делать? Кстати, вот вам несколько любопытных фактов о енотах, которые вы, скорее всего, не знали. Еноты могут издавать более 50 разных звуков для общения. Они шипят, мурлычат и рычат, но особенно разговорчивы еноты тогда, когда конкурируют за пищу. Причем пища для дикого енота – это не просто что-то важное, это критически необходимый элемент. Если кто-то захочет помочь и покормить енотика, знайте, они едят совершенно все, что им предложат. Просто кладете еду в лапки и отпускаете енота своей дорогой. К слову о лапках енота. Они становятся еще более чувствительными, если их погрузить в воду. А еще еноты могут спускаться по деревьям головой вниз, разворачивая при этом задние конечности на 180 градусов. А вот кто пока не самым лучшим образом лазает, так это мишки из следующего видео. Малышам было необходимо забраться по забору к своей матери, вот только сделать это было совсем не так просто, как могло показаться. Первый медвежонок смог преодолеть препятствие почти самостоятельно, но когда пришла очередь второго, то тут все было уже не так удачно. Малыш постоянно соскальзывал обратно, поэтому в конце он просто решил сдаться. Он отбежал в сторону дороги и думал, что ему делать дальше, но тут на помощь пришла мама. Она перебралась через забор и показала своему детенышу, что с удовольствием поможет ему в трудный момент. С ее усилиями медвежонок наконец-таки перебрался через эту злосчастную преграду. Ставьте лайк, у кого на лице тоже появилась естественная и добрая улыбка от такого поступка со стороны матери-медведицы.
Судя по тому, как медведица переживала за каждого своего детеныша, шутки с ней и ее малышами плохи. Ровно как и с этим огромным лосем из следующего видео. Гигант вышел на дорогу и принял рядом стоящую машину за врага, клонился и начал угрожать той своими острейшими рогами. Если бы человек сразу попытался уехать, скорее всего, ему бы это удалось, но вместе с этим он получил бы и нехилую такую царапину, а то и вовсе вмятину. Мужчина правильно сделал, что выждал подходящий момент и уехал лишь тогда, когда лось потерял концентрацию. А как бы вы поступили на месте водителя? Напишите в комментариях. Следующее видео пришло к нам из Флориды. Местные отлично проводили время и купались на побережье. Но никто и подумать не мог, что в тот солнечный день им решит составить компанию полноценный, крупный, косолапый. Правда, сперва люди приняли плавающее вдали животное за акулу, что вызвало не меньше беспокойства. Но когда они увидели, что акула вышла из воды и была покрыта мехом, каждый на берегу вообще потерял дар речи. Как ни странно, но страха практически никто не испытывал, только изумление. Впрочем, Мишка, кажется, также был ошеломлен собравшейся толпой и тем, что вызвал такой ажиотаж. Поэтому он поторопился и быстренько покинул пляж. Вам знакома ситуация, когда из соседней машины в пробке выглядывает милая мордочка домашнего питомца? Лично меня это всегда забавляет и дарит какой-то положительный настрой. Ставьте лайк, у кого тоже. И если вы такие же, то скажите мне, пожалуйста, как бы вы отреагировали на огромного быка вместо миниатюрной собачки? Ведь именно такого на регулярной основе возит фермер из Небраски. Как мужчина рассказал полицейским, он специально оборудовал для этого дела свой автомобиль, срезал крышу, боковую дверь и часть лобового стекла. Оригинальное решение, правда? А вот животному из следующего видео ничьё сопровождение, судя по всему, и не нужно. Этот носорог из Непала сам может взять и прогуляться по своим делам через город. Причем даже громкие звуки не станут для него особой помехой. Насколько часто такое происходит и почему создание было настолько спокойным, никто не уточнил. Кстати, о носорогах. Вот вам несколько интересных фактов и про них. Во-первых, несмотря на довольно большие габариты, носороги разгоняются примерно до 45 км в час. Почему они получили такое название, думаю, говорить не стоит. Зато про самый большой рог я расскажу. Он имел длину 158 сантиметров. Кстати, рога этих существ состоят не из костей, как может показаться на первый взгляд, а из кератина. При этом до конца не ясна функция данного орудия у носорогов. Судите сами. Говорят, что потеряв рог, самка по неизвестным науке причинам начинает терять и материнские инстинкты. Помимо рога, интересна и диета животного, ведь чтобы наесться, носорогу в сутки нужно не менее 70 килограммов растительности. При таком рационе толщина его кожи может достигать 8 сантиметров. Несмотря на это, их кожа все еще остается достаточно легко поддающейся солнечному воздействию. Поэтому во избежание обгорания носороги регулярно моются в грязи. Следующее видео снова связано с дорогой и животными. Правда, на сей раз дело было в Австралии, а главным лицом выступил кенгуру. Создание бегало рядом с велосипедистами и неожиданно для всех решило наброситься на транспорт одного из них. Многие эксперты просматривали данную запись, но никто так и не пришел к единому выводу. К тому, почему животное так поступило. Поэтому, если у вас есть свои теории на этот счет, обязательно делитесь ими в комментариях. Ну и уже по классике, факты про кенгуру. Говорят, что эти прыгуны могут совершать прыжки на высоту до 3 метров, во что очень трудно поверить, а количество этих животных в несколько раз превышает количество жителей Австралии. Видимо, поэтому в интернете такое огромное количество роликов с их участием. А еще у кенгуру 5 лап. Пятой, если кто не в курсе, считается хвост. Во время опасности они переносят вес своего тела именно на него, опираются и начинают атаковать врага 4 оставшимися конечностями одновременно.
Знаете, это тот самый случай, когда лично я рад, что именно кенгуру так много. Ведь будь на их месте тот же аллигатор, жизнь для людей заиграла бы совершенно иными красками. Но вы просто взгляните на этого хищника. Да с ним же вообще никто, кроме профессионалов по отлову, не захочет связываться, разве нет? Хотя, судя по этому видео, есть в мире и безбашенные обычные люди, готовые никого не звать на помощь и решать проблему лично. Этот мужчина, к примеру, засунул хищника в мусорный бак и даже, несмотря на его попытки сопротивляться, вышел из стычки победителем. Ну а что аллигатор хотел? Нечего было на чужой газон заползать, правильно? И если вдруг среди вас есть те, кто переживают за здоровье хищника, знайте, с ним все было в порядке. Его сразу же отвезли поближе к естественной среде и выпустили на волю. Держать аллигатора в заперти никто не хотел. На самом деле, людям сильно повезло, что они вовремя заметили аллигатора, а то исход мог оказаться довольно печальным. Встреться он не с тем парнем, а с кем-то менее подготовленным и уверенным в своих силах. А вот кого не заметить было просто невозможно, так это слонов из следующей истории. Дело было в Китае, в одном из населенных пунктов, через который у слонов проходят миграционные пути. И если вы думаете, что гигантские создания нагло попрут напролом, то вы ошибаетесь. Удивительные кадры показывают, что слоны воспользовались покровом ночи и чуть ли не крадутся по улицам. Чего не сделаешь, лишь бы не поднимать панику и не мешать людям, правда? Уж непонятно, знали ли главные герои видеоролика о том, что людям и так об этом было известно, и они даже перекрыли дороги, чтобы слонам никто не мешал, но тем не менее. О, мне кажется, что я нашел видео из параллельной вселенной, когда люди не подготовились и продолжили жить своей жизнью в тот момент, когда слоны куда-то мигрировали. Если бы все было именно так, я уверен, гиганты не растерялись бы и подобным образом наведывались бы к местным в гости, просили что-нибудь перекусить на завтрак. А следующее видео получилось довольно спонтанно. Девушка гуляла по парку, и к ней неожиданно подбежали скунсы, что она, собственно, и решила запечатлеть на камеру. Удивительно здесь то, насколько дикие создания доверяют человеку. Ведь в теории она могла сделать с ними совершенно все, что угодно. Хотя, быть может, скунсы просто не ощущали себя в опасности, поэтому и давали себя погладить. Ведь на крайний случай у них всегда при себе есть защитный спрей. Скунсы могут выстреливать своим пахнущим серой защитным секретом на расстояние до 3 метров. Помимо неприятного запаха, который сохраняется в течение нескольких дней, брызги раздражают поверхность, на которую попадают, и могут даже вызвать у врага временную слепоту. А еще у их секрета есть дополнительная фишка – он воспламеняем. А на этом все. Напишите в комментариях, случай с каким животным удивил вас больше всего, а также ставьте лайк и подписывайтесь.